Ну что, друзья, здравствуйте. Мы с Томи Михайловичем отправляемся погулять. Погулять мы пойдем в парк. Но холодно, знаете? И холодно, и сыро, в общем-то. Так, я вот в такой шапочке буду, войлочной. У нас со Светой большая коллекция. Нам из Киргизии, Кыргызстана подвозят периодически. У нас на даче несколько, и дома тоже. Красивые такие. Вот такие красивые шапки. Мы в них гуляем. Нас ни с кем на улице не перепутать. Таких ни у кого больше нет. На всю, можно сказать, Кремниевую долину. Только мы со Светланой. Да, Томи? И Томи. Таких, как Томи, тут много похожих. Отличается только тем, что Светлана его стрижет так, определенным образом. Вы думаете, он что, скулит там, бегает? Это он от нетерпения, друзья. От нетерпения. А если я резко заторможу, он перевалится на заднее сиденье из багажного отделения. Он такой неосторожный, можно сказать, пес. Я сейчас съел хурму. Он хурму очень любит. Прямо сразу приходит. Ну, даешь ему, конечно, тут тоже по кусочку. Он очень... Что за любовь такая к хурме? Он хурму любит. Еще он любит яблоки. Ну, что там мы еще? Есть некоторые вещи, которые мы ему стараемся не давать. Вот говорят, что лучше там что-нибудь там. Есть какие-то, я не помню. Но так вот он... В целом он у нас на человеческой еде. Там... У него есть сухариков немножко в рационе. Так, по чуть-чуть он там собачьи свои эти сухарики подъедает. А так вот он. Красная рыба, рис, курица. Нормально питается пацан. Посмотрите на него. О, наел ряху-то. Да? Там я еще язык высунул. Видите, он как типа, мол, не докормили тебя, что ли? Что-то язык-то высунул, я не знаю. Вот, друзья, это школа. Видите, тут детки. Все как положено. Детки. Вот наш Томик. Такой. И ваш блогер. Вот, пожалуйста. Салям алейкум. Вот. Сейчас мы пойдем. А люди скажут, вот, киргизы пошли со своими собаками. Ой. Так. В принципе, мы его выпускаем. Вот мы сейчас с ним подойдем тут к травке. Я не люблю, чтобы он тут по-грязному ходил. Видите? Он как раз любит в грязное залезть. Это у него такая особенность собачья. Любит залезть в грязное место. Вон там, ну вы не видите, наверное, вот там вдалеке люди в футбол играют. Так, Томи, иди сюда, малыш. Стоп, стой. Вот, мы его отпускаем, друзья. Бах, давай. Побежал. Главный вектор в беге собачьем, это вот вы видите. Это доминировать. Пойдем, пойдем, малыш. Пойдем, будем доминировать всюду. Мы не можем ограничиться одним деревом в таком важном деле, как это, людей посмотреть и себя показать. Вот он, вот он, вот он пошел. Да. Он вообще никому не пристает. Так он добрый, хороший такой. Может там к собачке какой-нибудь прийти, хвостиком помахать. Но в общем и в целом ему больше вот важно, ну, сами понимаете. Еще у меня с собой есть всегда пакетики пластиковые. Тут не положено оставлять за собачками. Вот, так что всюду урны. Вот так по периметру стоят. И как только собачка разрешилась от бремени, значит, на травку или там куда, в кустик, мы это дело подбираем. И в урну. И в урну. Вот там детская площадка за забором, видите? Вот там впереди, такое поле здоровенное, но сейчас там никого нет. А иногда там довольно много собачников собирается, но, видите, сейчас время такое, можно сказать, зимнее, и темнеет рано. Вот летом, например, часов в 6, вот между 6 и 7, там очень приличное количество... Томик, не кушай всякую дрянь, пошли. Идем отсюда. Пойдем. Вот. Он вообще, надо сказать, как собака, очень привязан к нам. И вроде бы он отдельно вот ходит там сам по себе, да? Но если я начну отходить,
он не любит этого дела. Ну, в смысле, у него есть там свои дела. Кто-то сейчас справит и сразу ко мне, Витя, пошел. Я его даже не звал, но он сам прибежал. Он знает, что он где-то вот вокруг нас тут ходит. Не просто так. Пошли, малыш, пошли. Но он не может так на звук. Знаете, ему надо понюхать. Он там смс-ки свои получает. О, вот, продоминировал. Так сказать, и пошел дальше. Ты где, малыш? А, о, бегает тут. Пошли, пошли, пошли. Наша задача погулять минут там 30-40, пока Светлана, уж не знаю, что он там делает, может быть, кушать готовит. Я домой прихожу, а у нас там прораб, не Гарик прораб, а такой строительный прораб, зовут Алмаз. Вот этот вот Алмаз, он пришел оценить, значит, объем работ по нашей кухне. И да, и мне сказали, иди-ка ты, Миша, погуляй с собакой. И я и пошел. А мне нормально, смотри. Это секвои, друзья. Смотрите, вот эти, это не три тополя на плющихе, а это три секвои в Сунивейле. Вот они стоят. Им будь здоров, сколько лет. А вон там, видите, целая, я не знаю, это сколько, много их, короче. Да. Вот так Томик-то наш. Не успел родиться, уже промеж секвой гуляет. Идем, идем, идем. Вот побе. О, вот это вот. Вот это то, что должно быть. Вот. Это то, ради чего мы пришли. Если бы тут еще какой-нибудь дудл был, вот было бы то, что надо. У нашей соседки Кларисы, значит, там к ней мама приехала из Германии навестить. И мама привезла с собой собачку. Я бы сказал, сучку. Зовут ее Уби. Уби. О, 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 вот сейчас пакетик наш пригодится. Зовут ее Уби. И мы сегодня к ним пришли на бэк-ярд. Видите, какой танец ритуальный. Пришли к ним на бэк-ярд. И Томик с этой Уби набегался так, что пришлось его мыть потом. Я Кларисе говорю, он же, говорит, грязный сейчас будет. Клариса говорит, да, говорит она, будет грязный, но счастливый. Вот. В этом смысле, конечно, друзья, собачки, они похожи на детей. Тоже они и вымазаться могут, и там, ну, сами понимаете, так сказать, избавиться от лишнего. И что там говорить о детях, друзья? Вспомните себя в юном возрасте. Тоже, знаете, тоже. Да. Все мы грешили, друзья, в этом смысле, Томми. Так. Вот люди волейбол играют. Их тут даже несколько, три сетки натянули и играют. Вот это опасный момент, потому что он может увлечься, там за мячиком побежать. Но так не особо, не особо. Вот вы видите, он интерес к ним не проявляет. Так. Да. И бах! Мячик. Так. В общем, будете в Кремниевой долине, захотите поиграть в футбол, волейбол, вот приходите сюда в парк. Видите, а тут люди живут прям вот раз через дорогу. Уже люди живут. И домики такие, знаете, вроде чисто внешне ничего особенного, а так пара миллионов минимум. Так, Томми, пошли, малыш, пошли. Вот это место не очень чистое, после него лапы все грязными могут стать. Пошли на травку, мой хороший, пойдем. Пойдем. Вот мы гуляем. Так вот, если бы еще собачка. О, это идет наш дружок. Это даже не дружок, а подружка. Ее зовут Лилия. Вот идет Лилия. Так, она, Лилия, это как бы русскоязычная. В смысле, родители у нее русскоязычные. Так. Здрасте. А у вас что, теперь уже две собачки? У нас это собака. Здрасте. Сына. Понял, много собачек. Да, это мы теперь догситер. А, это киргизская. Киргизская, да? Да, киргизская. Ну, это все. Лилечка, Лиля, Лилечка хорошая, собачка. Она сладкая. Да. Они как вот
как мышпуха, родственники. Мышпаха. А? Такие. Что это у вас, видеозапись? Это я, да, на камеру снимаю. Поток сознания снимаю. Так я хожу, ага, и снимаю поток сознания. Потому что если начнешь думать... Есть? А? Сознание есть? Ну, какой есть, такой поток. Если есть поток, то значит и сознание. Да, да. Вот я рассказываю, что собака, она... То, что она делает, мы тоже в детстве примерно то же самое, и требовался за нами уход. Потому что собака, она как маленький ребеночек. Да, но детей мы... пробовали сажать на горшок. Нет, этих на горшок не посадишь. Угу. Так, а это сколько масечка такая? Ей 6 лет. Да ты взрослая собачка. Да. А, взрослая. Она такая. Взрослая собачка. Ну ладно тогда, пойдем дальше гулять. Ну а у вас собачки байлингвал или так они вообще русскоязычные? Да, байлингвал. Ну, хорошо. Это... Томми, пошли сюда. Идем, идем. Идем. Там дорога. Да пошли, пошли, мальчик, пошли. Да. Вот Лилия, собачка, она не бегает. То есть вот так она может поскакать с ним немножко. Но так что вот именно они вышли на поле и начали носиться, как угорелые. Вот этого нет. А Томми, он с удовольствием поддержит любой бег, как угорелый. Он очень любит бегать. Особенно любит, знаете, взять какой-нибудь чужой мячик, и чтобы за ним все гонялись. А он бы его не отдавал. Не потому, что ему мячика жалко, а потому, что ему нравится так играть, что за ним бегают. Давай, малыш, давай. Что нам кипариста с ним церемониться? Пошли. Да. Идем. Я первый раз увидел кипарис, друзья, когда поехал в раннем детстве в пионерский лагерь, лет в 10. В пионерский лагерь в город Алушту. Пионерский лагерь имени Дзержинского Феликса Эдмундовича. Да. И вот там росли кипарисы. Ну, не только в лагере росли вообще. В Крыму много кипарисов было. На южном берегу, во всяком случае. Да. Да, ты мой хороший, да. Что тебе, вкусняшку хочешь, что ли? Я тебя правильно понял? Друзья, он хочет вкусняшку. И он смотрит так преданно, как будто бы он не за вкусняшку, а вот... Как будто преданный. Девочки, уйдем, уйдем, хороший. Пойдем. Да. И хвост его, как хризантема с клумбы, напоминает мне о вас и о былом. Томми, что ты жрешь там? Прекращай, прекращай жрать. Прекращай жрать, пошли, 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 пошли. Прекращай, говорю, жрать. Там кусочек яблока был. Чье яблоко, не знаю. Что за люди яблоки бросают? Да. Ну пошли. Мы не идем в ту сторону. Мы идем вот туда, в парк. А вот тут, видите, люди, баскетбол играют. Я как-то раз там с Томиком пошел, так меня прогнали. Говорят, тут люди культурно играют, а ваш Томик может, говорит, тут нагадить. И может быть, ваш конкретный не нагадит. Идем, Томми. Может быть, ваш конкретный такой воспитанный, что не нагадит. Но другие люди увидят, что вам можно, придут со своими, а те уже точно нагадят. В общем, мы больше на площадку не ходим. Там никого не было, кстати, ну просто. Вот видите, это грязное, вот это все очень грязное. Вот где он тут залез. Томми, я понимаю твое отношение, но там так грязно. Мама опять будет на меня ругаться и скажет, надо мыть лапы. Вот как он сегодня набегался с этими. Ух, кошмар. Он действительно был грязный, но счастливый. Это было. Вот так эта мелкая собачка идет. Он может заинтересоваться, да, но так не очень. Как-то так, не его собачка, это я вам сразу скажу. Такая собачка, она... Не, он от нее убежал. Так, по чуть-чуть. Томми! Иди сюда, мальчик, иди ко мне, малыш, иди ко мне, иди ко мне. Но он так хорошо прибежал, друзья, что я не могу не дать ему какую-нибудь вкусняшечку. А давай, стой, мы с тобой интеллигентно. Томми, даун. Ну, покажи зрителям, как ты, даун. Я говорю, даун, давай. Ну-ка, еще раз, сыт, даун. Вот это даун, это по-нашему. Давай.
за жратву. Все что угодно, друзья. Побежал, побежал к собачке, побежал, побежал. Ему лишь побегать. Да. Ты мой хороший, ты мой хороший. Вы еще не видели, друзья, как он летает. Он когда бегает или там препятствие какое-то, он не перепрыгивает, а он перелетает через него. Не то, что у него крылья есть, а так вот именно так в полет какой-то он такой уходит. Может прямо четырьмя лапами. Так вот, такой вот чужой мячик нашел. Sorry, man, некому гоняться за твоим мячиком. Да. И вот он прям четырьмя лапами так отталкивается и щит, и всеми четырьмя лапами летит. Он тоже там к собачке присоседился, а собачка, смотрите. Томми! Томми! Кам! Кам! Ты чего пугаешь, собак? Ты чего пугаешь, маленький? Пошли быстро. Они испугались нашего мальчика. Идем, хороший, идем. Испугались китайцы нашего мальчика. А он же добрый. Он только прыг-скок, прыг-скок. Максимум может описать. У него есть такое. Не потому, что он хочет написать на собачку, а потому, что какая-то маленькая собачка встанет там, где он хочет пописать. А он, не глядя на собачку, просто писает. Это бывает. Так. Пойдем, мой хороший, пойдем, пойдем. Нас там не уважают. Мы дальше пойдем. Дерево. Даже дерево описывать не стал. Видите, как он разочарование какое постигло. И хороший, и хороший. Хороший. Ну, что? Ага. Друзья, давайте угадайте, чего он хочет. Смотрите, вот посмотрите на его морду и скажите, что хочет собака, когда у него вот такая морда. Она хочет, друзья, выйти вкусняшечку. И все. Думаете, если он взял вкусняшку, он теперь будет рядом ходить? Нифига. Все наоборот. Вкусняшку взял и поскакал куда-нибудь еще. Такая вот она, собачья природа. Вечное движение. Вечное движение. А если хорошо пожрал, тогда уже ляжет и поспит. Пошли, пошли, пошли. Да. Сыро. Вы знаете, сыро. Я бы назвал это вот погоду такой промозглой. Промозгла. И даже не столько холодно, сколько вот как-то и сыро, и как-то так вот пробирает, я бы сказал, потихонечку. Пробирает. Так, мы сейчас на самом деле уже пойдем, наверное, с ним снова в машину. Пойдем, Томик. Малыш, пошли. Господи, у него уже листик во рту. Пойдем. Томми! Томми, а? Вот, вот. Ритуал соблюден, отношения выразили. И идем дальше. Так. Да, это культурный парк, друзья. Тут и туалеты есть, и столики. Вот вы там, может быть, видите вдалеке. Там такие столики стоят. Там барбекюшницы. Можете прийти, там мяско поджарить. Ну или вообще просто посидеть с собой там. Что-нибудь перетащить. Люди носят все подряд. И чипсы, и пиво. Ну, если так, припрятать немножко в пакетик. Вот, если хотите принести селедку под шубой, друзья, несите селедку под шубой. Меня вчера угостили у Олеси, соседки, селедкой под шубой Олесиного изготовления. Я был впечатлен. Откровенно, вот могу сказать, что шикарная была селедка под шубой. Так что пошли, 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 малыш, пошли. Ты мой хороший. Вот. Мы идем в сторону автомобильчиков, вон туда. Вот. А здесь тоже люди живут, видите? Со всех сторон люди живут. Сейчас, на самом деле, много декораций таких ставят новогодних на улице. Но вот в данный момент времени еще достаточно светло, и ничего такого не светится, не загорается. Бывают такие прям, знаете, ну, произведения искусства, реально. Так... такого наделают. Пошли, пошли, пошли. Давайте я возьму его уже на поводок. И мы тогда наш репортаж завершаем. Так, Томми! Томми! У-ху!
Кам. Вот он сейчас придет. Он там свои смс-ки получит из всех этих уголов там. Знаете, сколько тут собак ходит-то? Сейчас все смс-ки прочитает и домой.